Добрый день, компания ОМЗАП, филиал Долгопрудный. Сегодня мы вам расскажем и покажем, что у нас происходит, в принципе, ежедневно. И в выходные, и в будни. Это наша парковка, вы уже знаете, ролики были на канале. Сейчас более подробно расскажем, какие автомобили к нам обращаются, с какими проблемами и почему их так много. Начнем по порядку. Сорента стоит, произвели первоначальную диагностику, далее здесь будет производиться ремонт АКПП. Спланировано на завтра, сегодня оставили. Следующая Сорента, двигатель D4HB. Двигатель снят, разобран, сейчас он находится в токарном цеху, гильзуется. Далее будет сборка. Следующая Оптима, также капремонт двигателя, двигатель находится на сборке. Санта-Фе. Там также капремонт двигателя. Процесс идет. Далее Бонка. Автомобиль стоит 4 дня по причине того, что клиент решил самостоятельно найти запчасти на свой автомобиль. Хотя у нас они есть по наличию, но он считает, что найдет дешевле, там немножко сэкономит, но потеряет, естественно, во времени много. Причем автомобиль рабочий, его не пугает, что он не заработает при этом в эти дни. Далее, Портер 2 синенький. Здесь были проблемы с электронным блоком управления двигателя. Блок уже отремонтирован, автомобиль запущен, греется, тестируется, проверяется на отдачу. Следующий, Бонго. Автомобиль готов, машина юрлица. Ждем, когда произведет оплату и будем отдавать. Далее два автомобиля, Спортаж и Карнивал. Здесь также капремонты двигателей. И, кстати, Карнивал уже более 10 дней у нас находится. Опять же, причина долгого ремонта — клиент решил сам привезти свои запчасти. Да? Хотя мы могли произвести этот капремонт в течение там, буквально 3-5 дней, как это происходит. А так, ждем. Так, на противоположной стороне, там, в принципе, картина такая же. Несколько ремонтов двигателей. Вот также автомобиль ожидает ремонта. Здесь капремонт двигателя, Санта-Фе. 2022 год, если не ошибаюсь, да. Проблема следующая. Ехал где-то по бездорожью, налетел на какую-то яму, камень пробило, замяло поддон двигателя, обратился в стороннее СТО. Ему произвели замену поддона, поменяли масло и отпустили. Отъездил он порядка 7 дней, а далее появился громкий стук двигателя. К нам он прибыл на эвакуаторе. Открутили масляный фильтр и увидели там большое количество металлической стружки. Здесь капремонт, повторюсь. Также ожидает. Махав, ждем двигатель от владельца автомобиля. Сказал, привезет контрактный. Ну, как видите, двигателей очень много в работе. Ну, а теперь покажем, что у нас происходит в цеху. Портер первый. Здесь ремонт подвески, ремонт тормозной системы. В частности, идет замена практически всех тормозных трубок. Время автомобиль не щадит, глубочайшая коррозия этих трубок. Изготавливаем новые медные. Следующее. Гранд Старекс. Здесь проблема с топливной системой. Где-то, видимо, неудачно он заправился. По итогу сняли форсунки, распылители на форсунках на одной уже прямо оплавился. На трех оставшихся форсунках уже глубокие очаги, да, кратер, большой кратер. То есть уже распылители также выйдут из строя. Замена форсунок, топливную систему промываем. Куда дальше? Так, Сорента. Здесь тоже большой объем работы. Меняем корпус дифференциала КПП. Это у них частая проблема, когда срывает шлицы. Дополнительно здесь также планировалось помыть радиаторы. Но при разборе все изменилось. Здесь уже идет не мойка радиаторов, а их замена. Причина замены. Вот основной радиатор. Как вы видите, вздулся нижняя часть. Все. То есть он вот-вот потечет, плюс соты все разваливаются. И радиатор кондиционера также. Он герметичен, да, но все же, много сот там нету. Хозяин автомобиля принял решение все-таки установить новый и не возвращаться больше к этой проблеме. Далее, что здесь еще у нас? Гранд Старекс, в принципе, с ним только закончили. Здесь был ремонт ходовой. Меняли опорные подшипники амортизаторов, рычаг, рулевую тягу. Тормозные диски, так как было биение в руль при торможении. Так. Сергей, скажи, пожалуйста, по ремонту, допустим, подвески, сколько по времени в среднем, да, с ожиданием запчастей уходит время?
По подвеске, ну, понятно, в зависимости от объема, да, там, если там переднюю, заднюю подвеску всю ремонтировать, то это, как правило, занимает день. Запчасти все, в принципе, по наличию. Если же там какой-то мелкий ремонт, как здесь, опорные подшипники, диски, рычаг, тяга, ну, это заняло там буквально 3-4 часа. А еще такой вопрос. Да. Может ли клиент, допустим, заранее позвонить, предупредить или как-то выбрать перечень работ и составить список запчастей, и потом приехать в срок и, допустим, уже на подготовленный? Конечно, конечно. Это все обсуждается на этапе звонка с мастером-приемщиком. Все эти вещи проговариваются. Если нужно заранее произвести калькуляцию, все посчитать, озвучиваются требования, мы составляем список со стоимостью работ, список запчастей, далее отправляем уже на электронную почту либо WhatsApp, как удобно клиенту. Ну, ну все дистанционно. Конечно, желательно диагностику, да, сделать. Ну, конечно, да, потому что часто так бывает. Человек звонит, говорит, мне нужно поменять тягу, в остальном все хорошо. А вот и мы записываем на ремонт, на замену тяги, планируем под его ремонт всего лишь там полтора часа, а по факту выясняется, что там не только тяга, а сайлентблоки, там какой-нибудь наконечник, шаровая, и ремонт растягивается. Здесь у нас агрегатный цех. Как видите, много двигателей. Все в работе, все собирается, готовится к установке. Сергей, еще скажи, сколько в среднем у нас за неделю делается капитальных ремонтов бензиновых моторов в бензовке? Ну, в среднем именно в нашем филиале, наверное, ну, порядка 4, наверное, машин, точно не ошибусь, в неделю. Ну и плюс остальных наших филиалов, Салтуфьево и Капотни, также в неделю блоков 5-6, наверное, привозят с каждого филиала. Мы можем зайти и посмотреть, да, сейчас? Да, сейчас дойдем до этого, токарный цех покажем, что происходит там. Форд Р2, замена турбины. Турбина гонит масло с выхлопной системы, большие клубы синего дыма. Все, меняем турбину, проверяем давление масла. Точнее, сначала меряем давление масла. Если с ним все в порядке, производим замену турбины. Если с давлением есть проблема, то будем искать причину низкого давления. Sorento BL. Также у нас был ранее на диагностике с посторонними шумами из двигателя, и периодически тормоза становятся дубовые, скажем, да, жесткая педаль. Производим замену комплекта цепей ГРМ с масляным насосом и вакуумный насос также меняется. Sorento — корпус дифференциала КПП, как и говорил ранее, распространенная проблема. Провернул шлицы, производим замену корпуса. Так, и снова Sorento. Здесь объем, ну, очень большой. Здесь человек долго ездил, особо ни на что не обращал внимания. Ну и как бы был готов, что здесь придется потратиться, скажем, и денег, и времени. Здесь будет заменена практически вся подвеска, то есть сайлентблоки, тяги, рычаги, шаровые, отремонтирована будет рейка, плюс гидроусилитель руля будет заменен, прокладка клапанной крышки, прокладка под коллекторов. Так, и что-то еще. Что еще, что еще? Ну и что-то еще, говорю вам, здесь ремонт большой. Kia Ceed. Также здесь ремонт подвески, сайлентблоки, стойки стабилизатора, прокладка клапанной крышки, имеет течь. А, и мойка радиаторов. Все, уже весна вступает в свои права, все готовятся к лету, к жаркому сезону. Проверяем радиаторы. Если забиты, моем. Потому что впереди лето, не помоем радиаторы, будет перегрев, двигатель пострадает. Так, дальше. Кран Starex. Здесь у нас шли газы в систему охлаждения. Дальше есть коррозия. Кстати, по коррозии мы тоже можем помочь. В Капотне у нас открыт кузовной цех. Производим все виды работ. На сайте есть все контакты. Обращайтесь, у кого есть желание и проблема. Здесь меняем, точнее, снимаем ГБЦ. Далее разберем ее, опрессуем и поймем уже причину. В чем была причина? В прокладке, либо же в самой головке. Sorento, бензин. Не так часто на этих автомобилях бензиновые двигателя. Здесь проблема. Мощность. Не развивает мощность после 3000 оборотов на тахометре. Первым делом смотрим метки ГРМ. Разобрали. Все метки были сбиты на один зуб. Правильно выставим ремень. Далее тестовая поездка.
Думаю, на этом все и закончится. Утро, понедельник, в токарном цеху, как всегда, работа кипит. Как всегда, гильзуем, точим, здесь гильзуем, здесь также гильзуем, здесь загильзовали. Будем уже проходиться на чистовую, далее выровняем плоскость. Здесь отканинговали. Ну, а вот это многочисленные блоки и головки, ожидающие ремонта. В таких контейнерах мы производим доставку, ну, забор и доставку готовых блоков, да? Чтобы не повредилось, ни плоскость не повредилась при транспортировке, ни что-то еще. В таких контейнерах. Ну, а здесь у нас приемка находится, как обычно, менеджеры по запчастям занимаются подбором, выдачей запчастей. Ну, а здесь мастера-приемщики, которые принимают от вас звонки, производят запись и согласовывают работы. Все вам показали, как видите, работа кипит, работы много. Забита как и парковка ожидающих ремонта, так и цех. Кстати, многие расстраиваются, что не могут попасть к нам день в день, что позвонил и сразу приехал. Ну, я думаю, просмотрев это видео, этот вопрос должен отпасть. Ну, а на сегодня все. Мы продолжаем работать. Все, до новых встреч, до свидания.